позвал тебя, ой, отставить тебя. И ты вы это поняли, вы это поздно поняли. Потому что я на вас смотрел, и Роман увидел, что я на вас смотрю. Маша, я долго за вами наблюдал, как ты туда пришел, как ты лег, как ты посидел, потом ты лег, как он с тобой стоял. Как ты бросал, как ты платно надо браться. За обман будешь наказан. За обман будешь наказан. Ясно? Лучше правду скажите. Подождите, иначе нам надо что-то придумать. Все, поехали. Вы сами себе придите, Серафим, поехали. Я знаю, что трудно, но не нарушай, братан. Не нарушай. Нужно даже, если хочешь, ты можешь с ребятами поделиться, с Ромиком. С Романовичем, ты положил петли на место? Ты можешь разломить, поделиться с Сергеем Сергеевичем и с Романом, если захочешь. Только разломи, чтобы разломить, чтобы честно было. Гости кому? Они забрали, да? Если надо намочить, надо сходить. Можешь с Петром Владимировичем и Сергеем Сергеевичем поделиться. Дайте с Петром Владимировичем, если хочешь. Они за вас переживают, да, помогают. А потом с парнями, если что-то им останется, можно с ними поделиться. Они сейчас занятся силовыми важными упражнениями. Что ты печеньку мне? Не отнимай, не отнимай ни у кого ничего, не надо. Что? Кто спел? Все, продолжай. Что? Выйти? Ну давай, выходи. Так продолжайте. Пока. Братан, я тебя прошу очень заняться. Спроси меня. Я тебе очень много говорю. Серафим, молодец. Серафим, как-то ты молодец, что ты объяснял. Надо было у меня спросить. На будущее. Ты будешь я по-прежнему обманывать, ты не объяснял? Честно, ладно, хорошо. Тем более, что вы тратили разговор не о гимнастике, не о чем-то другом. Тем более, лучше бы ты ему поверить, когда он объяснял. Потому что иногда объясняешь, начинаешь сам разрушать. Про правильность это тобой не надо действовать. Все, иди в туалет. Макар, найдешь себе занятие? Молодец. Чё, братан, Максимус, с наступающим Рождеством? Да? Да? Всё. Сергей Сергеевич, руку жми, Петру Владимировичу руку жми, парням махай рукой. Нормалёк всё? Точно? Футболку не мни. Мамка же погладит. Ты что спил? Шкара придёшь на занятие. В понедельник? Сейчас пока у тебя выходные, пока каникулы, давай почаще ходить. Ты билетик давал Сергею Сергеевичу? Не отдавал еще пропуск, который... А ты находил пропуск, который у тебя в конвертике был? Ты подарок какой там в конвертике находил? Какой? А еще что? Ты пропуск не находил? Находил? А где он пропуск? Его надо принести, чтобы он тебе отмечал. А не ты выкинул конверт уже? Ты выкинул пропуск, что ли? Нет, конверт. Выкинул? Надо находить. Там была шоколадка и пропуск. На занятия, на подарочные. Ищи дома быстрее. Все, давай пятюньку. Парням ну, помахай, проживал. Намалек. Маму защищаю. Все, до понедельника. Иваныч, тоже пятюньку. Макс, Иваныч, рукой махайся. Отдохнул. Кровь засохла. Остановилась кровь. Еще подержи чуть-чуть. Еще чуть-чуть подержи. Ты можешь шпагать пока. Там кто-то есть, потерпи, пожалуйста, сейчас приду. Роман, пока пить не надо, поверьте, парни, потерпите. Две резины у вас там, две черные, да, Артем? Две черные. Все, занимаем. Две черные, да? Ребят! Пожалуйста, найдите свои куртки, повесьте свои вещи. Кто-то разбросал. Повесьте свои вещи, пожалуйста. Да,
вещи, лечи. Это чужие вещи. Можешь ты раз, пойми. Ребята, чьи вещи, пожалуйста, посмотрите, чьи вещи. А кто мою куртку? А, вот, ну, молодец, нашел, давай, пойдем. Тут еще интереснее есть. Тут штаны уже полтора часа скомканы, лежат на диване. Парни, а на диване чьи вещи? Ой, Артем, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ну-ка не скомковый, сложи ровно. Я знаю, что ты знаешь, но в то же время взял и скомковый. Еще вон в том углу на шапочку проявляю. Сергей Геннадьевич, на секундочку. Можно? Максим, сирота, на понедельника. Так, сейчас, секунду. Никит протер? Да. Молодец. Можно ли это попить? Есть у вас? Баб, нету, а попроси, вон, Артем, дай воды, угости Никиту водой. А у кого вы пили воду, кто с вами делился? Занимайте руки. Макеевы, 250. С этими парнями все решил, спели с Серегой, да? Да, 500, Лазарев, прошлое и сегодня. Угу. Молодец. Юрец, да, его спас? Нет, он сам. Потом Логина 250 за прошлое, и сегодня он использовал подарок на свои, и Collision его, 1000 рублей на салон. Угу, все, как раз. Берешь, пожалуйста, сумку? 250. Нормально. Че, засохло, Ваня, продолжай. Только, пожалуйста, аккуратно, давай. С радостью. Тебе дома что-то надо делать? Тебя же в субботу ты не приходил на тренировки? Ты выздоровел? Да, я выздоровел. Я делал потом эту баню. Телефон звонит, ну а сейчас придут они, у кого звонит телефон.